Ребят, всем привет. Благодарю за сердечки. Я бы сегодня, наверное, хотела начать с того, что поблагодарить ребят, кто пришел на встречу в Сочи. Было очень много народу, был полный зал, и некоторые даже стояли. Но это, конечно же, не все только ко мне пришли. Там еще был другой спикер, Ирина. Просто потрясающий человек. И мы вместе с ней проводили эту встречу. Было много вопросов. Естественно, и те вопросы, которые... Никуда от них не деться. Это доказательства. Не без этого, да? Вот. И что такое доказательство для вас? Для вас это доказательство ведь то, что зайдет, программу вашего мира. Не то, что есть на самом деле. Не то, что даже хотелось бы вам слышать. А именно то, что ваш мир готов воспринять. Только лишь и всего. А разве бывают доказательства? Разве бывает то, что другой человек может вам что-то рассказать, что-то доказать, что-то показать, если вы к этому не готовы? И очень часто как раз я сейчас сталкиваюсь с такими моментами, когда люди начинают писать: вот я хочу выйти в автономию, проведите меня в автономию, а у меня вот пришли такие осознания, я бы хотела или хотела разобраться вот с этими осознаниями, как быть? Ребят, автономия, жизнь без еды, либо какая-то осознанность. Это же не про то, что вас кто-то куда-то ведет. Вы же идете не туда, вы идете отсюда. Это всегда про то, что вы хотите убежать там, где вы есть. Ведь у нас очень много пропагандируется, например, прощение, да? Я прощаю все вокруг. Благодарность. Я благодарю каждый свой миг. А кому нужно ваше прощение, кроме вас самих? Если ты не целостный, то, конечно, ты начнешь просить прощения, прощать у кого-то, кому-то, что-то. Это ведь всего лишь про то, что ты пытаешься восполниться за счет кого-то другого. Это не твое. Твое только то, что в тебе. Тебе никогда не нужно никого прощать, потому что тебе никто ничего не может причинить. Тебе не нужно ни у кого просить прощения, потому что ты кому-то что-то не можешь причинить плохого. Если он сам не захочет пообвинять кого-либо для чего-то своего, но тебе туда зачем лезть? А благодарность? Кому нужна благодарность, кроме тебя? Это же ты себе показываешь, как ты благодарен за что-либо. А почему ты показываешь эту благодарность? Потому что боишься это потерять. И тогда ты начинаешь благодарить за все, что есть, за все, что происходит вокруг тебя, чтобы это удержать, чтобы не быть виноватым, если это уйдет, чтобы понимать, что если это ушло, то это не ты виноват, это так сложились обстоятельства, действия, так твой мир отреагировал, но только не ты. Потому что ты же благодарил,
Я каждый день была на море. На него можно смотреть бесконечно. Оно может быть спокойное. На нем может быть шторм. Либо просто волны. И кто бы туда ни приходил, приходят и с наслаждением купаются. Кто-то приходит и просто бухает. А кто-то приходит, ну, потому что нечего делать. Все приходят со своими запросами, со своими мыслями. Кто-то благодарит это море, кто-то пытается взять силу этой стихии, кто-то пытается слить туда свой негатив или свои болезни. Много всего происходит. А что с морем? А море просто есть. Что бы вы ни делали, кто бы туда ни приходил, море просто есть. Ты готов стать этим морем? Ты готов быть, просто быть, вне зависимости ни от чего? Кто к тебе приходит, с какими запросами? Как реагирует мир на твои действия, на твое настроение, на твои слова, на твое окружение? Готов просто раствориться в самом себе, ни где-то, ни в чем-то. Что есть, кроме тебя? Только ты? А ты это знаешь? Мы же очень часто ищем себя. Отделяем себя от мозга. Что такое мозг? А вот это вот я почувствовал, а это не почувствовал. А может быть, это всего лишь твой предохранитель, который ведет тебя в безопасность, когда ты заигрываешься, когда ты отделяешься от своего тела, когда ты уходишь от чувствования себя. В интерпретацию, что с тобой произошло? В интерпретацию через мозг. А что случилось? А где я сейчас? А что мне с этим делать? А как мне с этим жить? А как мне с этим быть? И там ведь нет ответов. Тебе никто не даст ответы. Потому что ответы только в ощущении себя. Все остальное — это игра. Игра разделения себя от тела, себя от мыслей, себя от мозга, от каких-то действий. Чья игра? Только твоя. Кто тобой играет? Никто. Только ты. Хочешь ты выйти из этой игры? Хочешь перейти на новый уровень? Осознай. Осознай, зачем тебе это. Почему ты себя все время погружаешь во что-либо. В какие-то переговоры нелепые. В какие-то выяснения отношений. Они есть, эти отношения? Отношения с кем могут быть? Только с самим собой? Ты готов это принять? Или ты хочешь еще быть в социуме? Что ты готов сделать для себя? Куда ты готов пойти? Насколько далеко и насколько глубоко? Там другие чувствования, ты хочешь туда? А здесь ты уже все прошел? Здесь ты это осознал? У тебя здесь нет разделения на хорошо и плохо, на женское и мужское, на теплое и холодное. Что у тебя здесь есть? Что есть у тебя в этом мире? Нет ничего? Тогда где ты? Если у тебя уже ничего нет, куда ты хочешь этим ничем пойти?
чем ты пойдешь. Кто ты есть. Кто есть твой мозг? Почему ты отделяешь свой ум? Что такое для тебя ум? Может быть, ум — это просто интерпретация другими людьми, тем, кто ты есть? Ты собираешься через ум. Ум собирает тебя через других людей. Зачем тебе это? Столько много вопросов, как отключить мозг, как отключить ум. А зачем ты его подключаешь? Зачем ты собираешься через других людей, через свой ум? Почему ты себя не видишь? Почему ты себя не можешь обнаружить? Кто ты есть для себя? Куда ты пришел? Привет, Раскол. Спасибо, Светлана. Привет, Макс Космос. Игрок. Как раз приходят на море, потому что это единственное, что стоит делать. Да, ребят, похоже, у нас выбило эфир. Значит, так и должно быть. Ну, а я тогда с вами прощаюсь. И до четверга, Анют, я жду тебя, чтобы разобнимать и расцеловать. Всем пока. Всех обняла.